Уважаемые друзья, всем привет! Приветствую всех на канале «Дача мечты». Знаю, давно не было у нас видосиков. И вот я решился на такой зимний проект. Решил поснимать немного по ходу моей прогулки в гараж. Немножко зимы. Вот ну вот, обычная речушка. Посмотрите, что здесь творится. Это просто красота. Друзья, как часто вы видите вот такие картины? Я думаю, такие прелести не могут не радовать любого из жителей, когда у вас под носом буквально в жилом секторе, спустившись 2-3 минуты, и вот такая красота. Ради этого стоит заботиться о природе. Я думаю, это достойно многих лайков и просмотров. Продолжаем наш путь. Вот, а мы идем дальше. Вдоль речушки теперь, вдоль этой. Я продолжаю свой путь к гаражу. В гараж я иду для того, чтобы пополнить запасы. Там у нас картошечка, яблочки, даже свои яблоки. Середина зимы, а у нас свои яблоки. Сейчас я приду вам все буквально покажу. Боюсь сейчас, чтобы не замерз телефон, немножко его запрячу во внутренний карман и продолжу съемку, уже подходя к гаражам. Ух, уже совсем рядом, вы уже видите, появляются гаражи. Вот. Подходим к гаражам. Ух. Самый трудный участок пути пройден. Снег по-прежнему метет. Холодно, морозно. Но уже не так, как ночью. Повторюсь, ночью было до 17, а сейчас 2-3 градуса, не больше. И на завтра передают вообще плюс 2. Мокрый снег, вот видно, как заметает по гаражам. Но я не зря выбрал такую погодку, чтобы полностью ощутить этот кайф. Вот это моя улица гаражная. Сейчас подойдем
попробую и в гараже тоже поснимать немножко. Ну что ж, друзья, относительно удачно я еще и попал. Замок не замерз, хотя гараж старенький, замок тем более. Попал, открыл с первого раза. И вот сейчас мы полезем вниз. Опа. Полезем в погребок наш. Так. Она же смотровая яма. И он же... подвальчик наш. Вот. Теперь мы в подвале. Наши закрома. Как я и обещал, яблоки. Опа. И как видите, я не шучу. Яблоки посреди зимы у нас свои, с нашей яблоньки волшебной. Это наши яблочки. Вот я заберу вот эти все яблоки домой, маме занесу. И заодно идем в следующую комнату. Вот наши запасы, еще не все мы слопали. Вот сколько у нас еще есть в закромах. Ну и наша картошка. Немного, но она есть. Картошечка прорастать начинает. Видно, да? Вот. Ну, до весны хватит. Так как мы в последнее время едим картошку, то этих 4 ящичков, даже там 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ящиков. Вот эту я сейчас заберу картошку, это уже не считается. Вот этот пол ящичка. А вот эти 6, где-то килограмм 50-60 еще картошки есть. Как раз до 8 марта хватит. А там уже будем весеннюю покупать либо магазинную, либо с базара. Вот такие вот дела. Здесь у нас все есть. И бурячок, и кабачки, и аджика, приправа для борща, для разных других блюд, компоты, помидоры. И даже огурчиков немножко есть. Так что у нас как минимум где-то до 1 апреля, практически даже до майских праздников, мы запасены. Лайк нашим закромам. Ну и до встречи на даче мечты. Скоро, совсем скоро, несмотря на долгие зимние вечера, я думаю, скоро пролетит время, и мы откроем уже новый 2022 год, сезон на даче. У каждого своя дача мечты. У меня своя, у вас своя. Может быть, у кого только еще в проекте дача мечты. У нас уже давным-давно дача. Работы не початый край, как и у всех нас. Так что спасибо за просмотр, за ваши лайки, вашу поддержку. И не переключайтесь, мы всегда будем вместе. Дача мечты. С радостью снимаю для вас видосики. Заходите, рассказывайте друзьям, близким и знакомым своим. Приводите верных друзей на нашу дачу мечты. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Всем привет, пока!